создадим новую визитку в программе. Помимо визитной карты, вы можете выбрать бейджи, дисконтные и клубные карты, подарочные сертификаты. Начнем с визитной карты. Программа предложит выбрать стандартные форматы карточки. Также вы можете ввести размеры в специальном поле. Рекомендуем сразу настроить необходимый выпуск под обрез. Идем дальше. Программа предлагает внести контактные данные. Выберем опцию «Ввести в редакторе». В программе можно создать визитку на основе готового шаблона или с нуля, оформив карточку на свой вкус. Просто выберите подходящую ориентацию визитки и расположение текста. Теперь перейдем к готовым решениям. В меню слева выберите нужную тематику. Не нашли подходящую? Воспользуйтесь графой поиска. Программа покажет шаблоны, соответствующие вашему запросу. Заполнение визитки контактной информацией. В редакторе вы увидите шаблон визитки. Нужную информацию можно импортировать из документа Excel, ввести вручную или загрузить из встроенной базы данных. Хотите сделать визитки для всех сотрудников компании? Вам нужно всего один раз загрузить данные в базу, а затем только менять имена или телефоны. Вы можете редактировать информацию на визитках, включая или выключая строки в редакторе. Настройка фона визитки. Разработайте самостоятельно индивидуальный стиль своей визитки. Выберем фон. Вы можете экспериментировать, пробуя на визитке разные варианты фона – два цвета, градиенты, текстуры или готовые изображения. В каталоге программы вы найдете множество интересных решений. Выберите то, что подходит именно вам. Фоновое изображение можно корректировать, например, меняя яркость и контрастность картинки. Программа позволяет добавлять на визитки рамки. Поэкспериментируйте с толщиной и цветом рамок. У вас может получиться неординарный дизайн. Добавление клипарта и фигур. Хотите придать визитке индивидуальный стиль? В программе есть все инструменты для того, чтобы вы получили тот дизайн, который хотите реализовать. Все фигуры можно настраивать в редакторе. С помощью правой кнопки мыши вы можете перемещать слои на фоне и выстраивать их в нужной последовательности. Добавляйте на визитку тематические клипарты из каталога или собственные картинки из файла. Создание двусторонней визитки в программе. Добавьте оборотную сторону с помощью одноименной ссылки на правой панели задач. Теперь добавим карту проезда. Для удобства воспользуйтесь поисковой строкой. Просто введите нужный адрес. Вы можете кадрировать карту, выбрав необходимый фрагмент. Создавайте удобный маршрут самостоятельно, используя маркеры из встроенного каталога. На карту также можно добавить фотографию фасада вашей компании. Карта готова!
Теперь ваши клиенты найдут вас при любых обстоятельствах. Вы можете зашифровать любую информацию с помощью QR-кода. Разместите код на визитке, и ваши клиенты смогут считать данные с помощью смартфона. Работа с текстом. Не устраивают шрифты на визитке? Попробуйте поэкспериментировать с цветом, типом шрифта, размером и стилем. К тексту можно добавлять контур, задавать текстуру. Выберите нужный шрифт и попробуйте добавить тень. Готово! Сохранение и печать карт. Визитные и дисконтные карты вы можете распечатать прямо из программы, а также сохранить на ПК в нужном вам формате. В программу встроен удобный модуль печати. Вы можете менять формат и ориентацию бумаги. Укажите поля, отступы и, при необходимости, маркеры обрезки. Теперь можно отправить визитки на печать, выбрав нужные варианты карточек. Распечатайте несколько вариантов. Потом вы можете вернуться к ним в программе и допечатать необходимое количество наиболее удачных карт.